Шалом. С вами Высокий Бог и Христос благословит вас. Как у вас дела, мои люди? Мои братья и сестры в русскоязычном народе. Мои люди, которые Бог рассеял или бросил на все страны. Где-то в России, Украине, Белоруссии и остальные русскоязычные народы. Надеюсь, что у вас все хорошего сегодня. Сегодня у нас новая тема. Это Пасха Господня. В Библии. Наш Бог сдал нас 11 праздники. Вы можете читать о эти половину этих праздников в Ветхом Завете. Книга Левит, глава 23, все эти стихи там. Но от этих 11 праздников есть три очень-очень главные праздники. Эти все 11 праздник очень-очень нужны. Очень главный. Но есть эти три, которые Бог сказал, в это три праздники вы все должны быть пред моим лицом. Вы будете быть вместо пред моим лицом. Это обязательно. А сегодня мы будем начинать от первой. Первый – это Пасха Господня. Пасха Господня. Хорошо? В этот праздник день приходит много вопросов. Еще раз. В этот праздник день приходит много вопросов. Но сейчас я буду читать эти все вопросы. Первый. Что такое праздник Пасхи? Какая история стоит за этим? Второй. Мы праздновали этот праздник навсегда или в течение ограниченного времени во все поколения? Третий. Как мы готовимся к этому празднику? Четыре. Или четвертый. Праздновали Иисус Христос этот праздник или нет? Пятый. Апостолы праздновали этот праздник или нет? Шестой. Должны ли мы отмечать этот праздник сегодня или нет? Давай сейчас мы начнем от первого вопроса. Первый вопрос еще раз. Что такое праздник Пасхи? Какая история стоит за этим? Что такое праздник Пасхи? Хорошо. А сейчас мы открываем в Ветхом Завете. Книга Левит, глава 23, стих 1. Книга Левит. Глава 23, стих 1. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым». Значит, что? «Говорите к все израильцы люди, как я сейчас сделаю». Как я сейчас делаю. Еще раз. «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должны созывать священные собрания. Вот праздники мои. Вот праздники мои». Сейчас об этом начнем. Пасха Господня. Стих 4. Книга Левит, глава 23, стих 4. Вот праздники Господни,
свечное собрание, которое вы должны созывать в свое время. Пятый. Стих пятый. В первый месяц. Это первый месяц, это не январь. В Библии первый месяц начнем когда? Когда это начнем? Это месяц Авив. Это месяц Авив. Месяц Авив – это во весной. Это во весной. Это когда солнце начнет бить очень-очень светло. Это после зима. Еще раз. В первый месяц, в 14-й день, месяца вечером Пасха Господня. Еще раз. В первый месяц, в 4-й день месяца вечером Пасха Господня. Пасха начнет в 4-й день, в первый месяц вечером. Тогда будет начинать что? Пасха Господня. Левит 23, стих 6. В 15 день того же месяца праздник опресноков Господня. Еще раз. В 15 день того же месяца праздник опресноков Господня. Праздник опресноков – это то же самое, это одинаково с Пасха Господня. Это одинаково. А об этом сейчас я буду читать сейчас. Мы открываем в Нового Завета. В Нового Завета. Книга Лук, глава 22, стих 1. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою. Еще раз. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою. Это одинаково. Первый день просто называет Пасха. А вот второй день называет опресноков. Это то же самое. То же самое. Еще раз. Книга Левит, глава 23, стих 6. В 15 день. А сейчас еще раз, в Ветхом Завете, книга Левит, глава 23, стих 6. В 15 день того же месяца праздник опресноков Господня. Семь дней ешьте опресноки. Семь дней. Ешьте опресноки. Мы должны есть каждый день в этот праздник. Опресноков наш Бог сказал, мы должны есть каждый день в этот 7 дней. Это заповедь для нас. Это заповедь для нас. Дальше. Стих 7. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Не работайте вообще в первый день. Это заповедь от нашего Бога. Это заповедь от нашего Бога. Еще раз. Дальше. В стих 7. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Вообще вы должны отдыхать и отмечать этот праздник. Никогда не работайте этот день. Это наш Бог заповедь.
это его правило, что мы должны делать. Если вы любите Бога, вы это можете сделать. Вы можете это делать, если вы любите Бога. Но если вы не любите Его, вы не будете это делать. Это правило здесь. Это Его заповедь здесь. Это вообще не тяжело. Это очень легко. Дальше. И в утешении 7 дней. Приносите жертвы Господу. Что такое жертвы Господу? Сегодня его жертвы – это Иисус Христос, когда Он умирал для нас на крест. Когда Он умирал, нам надо это, не надо делать вообще, потому что Он уже умирал для нас, что мы не можем или не будем делать это, или приносить это жертву. Еще раз, стих 8. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7 день также священное собрание. Никакой работы не работайте. Еще раз. Вообще. Первый день и последний день – это праздник. Это праздник – это сколько дней? 7 дней. Не надо работать вообще в первый день и 7-й день. А вы должны кушать. Вы должны кушать опресноков каждый день. Это обязательно. Это не если вы хотите или нет. Это обязательно, если вы любите Бога. Если вы не любите Бога, вы будете делать, что вы хотите. А вы будете сказать себе, что вы делаете, или что вы делаете, это хорошее. Но если вы любите Бога, вы будете делать, что Он сказал, как Он заповедал. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth.
So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.